В выставочном зале Национального музея республики открылась выставка «Дарить людям красоту». Свои работы представили мастера народного творчества Осетии. Это более 300 произведений. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Организаторы – Министерство культуры республики, Национальный музей, Республиканский дом народного творчества и Центр развития народных художественных промыслов Северной Осетии. Выставку посвятили году культурного наследия народов России и тысячелетия крещения Алании. Художники прежде всего говорят о родном крае, воспевают природу, изображают все то, что их окружает, то, что любят, и стараются передать это искренне, пытаются найти самые разные материалы, что-то совершенно неожиданное, новое изобрести. И вот в этом проявляется их и смекалка, и стремление к каким-то экспериментам, к каким-то поискам чего-то нового. И всегда каждая работа не повторяет ни одну, и каждый старается найти что-то свое, выразить свое собственное представление о мире, о красоте. Выставка продлится месяц. В ней принимают участие более 70 художников. Среди них как любители изобразительного искусства, так и народные мастера декоративно-прикладного искусства. Мы ходим несколько девушек к Залине Дауровой на занятия. Потому что все-таки, несмотря на то, что я доктор, и другие тоже имеют свои какие-то профессии, несмотря на это, руки требуют работы, какой-то красивой работы.